Слушай, меня зовут Владимир, вас? Виктория. Вам сегодня сказочно повезло. Вы поймали свою удачу. Позвони по телефону 32888. Мы сегодня снимаем новогодний и новогодний выпуск. Видите, даже смс-ки приходят с информацией о том, что вам фартануло. У нас сегодня новогодний антураж. Вы у нас в роли Снегурочки. Спокойненько снял, не переживайте. Ну, чтобы соответствовать. Сами понимаете, в апреле снимаем. Виктория, все просто. Мы с вами едем с пункта А в пункт Б во время поездки отвечать на вопросы. Если к концу поездки отвечать на все вопросы правильно, поездка для вас бесплатная и будет куча подарков. Но это еще не все. У вас есть право на ошибку, один раз можете ошибиться. У вас есть возможность убрать два неправильных ответа. У вас есть возможность позвонить другу. И так как вы сегодня поймали удачу, у вас есть возможность получить помощь от коллектива «Такси удачи». Все понятно? Понятно. Я еду за рулем, вы читаете вопросы и четыре варианта ответа. Вы же тыкаете. Удачи! Спасибо. Так, при какой температуре вода замерзает? 1, 0, 2, 100. 0? 0. Точно? Точно. А я думал всегда ноль, что это как бы ноль. Ну, оно автоматически у нас все по-взрослому. Это правильный ответ, идем дальше. И поздравляю вас, между прочим, сегодня новогодние выпуски. И за каждый правильный ответ вы получаете целых 100 рублей на свой баланс в программе «Такси удачи», да? Класс. То есть вы потом на эти деньги, если, конечно, выиграете, сможете воспользоваться и покататься на такси удачи. Здорово. Идем дальше. Как называют первое выступление на сцене? Дебют, первый раз, блинкомом, салют. Дебют. Конечно. А первый раз это что обычно? Про что речь может идти? А, это не про выступление. Как называется человек, занимающийся дартсом? Чем? Дартсом. Так. Это который кидает. Который что делает, извините? Дартсист. Ну ладно, какие-то варианты озвучите. Дартист, дартслер, дартсмен, дартстрайкер. Дартстрайкер. Дартист. Прям какие-то ассоциации непонятные. Что-то такое, какое-то навеяло какие-то воспоминания, не могу разобраться. Дартист. Ну ладно, не об этом. Давайте в «Такси удачи» обратимся, пусть они нам скажут. Итак, вы решили воспользоваться одной из подсказок. Это да. Воспользоваться помощью коллектива «Такси удачи». Хорошо. То есть, если вы не разбираетесь в дартистах... Вообще никак. Так, нас тут со всех сторон подрезают, но с то же время и пропускают. Если вы не разбираетесь, мы переадресуем этот вопрос в коллектив «Такси удачи». А они там профессиональные эти... артисты. Они спорят, дискутируют. И большая часть коллектива, а это аж целых 88%, считает, что это вариант дартсмен. Дартсмен, да. Вы вправе принять их вариант или все-таки выдвинуть свою версию? Пусть там типа умные работают. Не типа умные, а коллектив «Такси удачи» очень умный. Ничего себе, какие они умные, буду знать. Что там. Неужели до этого момента вы сомневались? Посмотрите на меня, я же сука работаю. Ладно. Ответочка за котов. Да, за котов хорошо. Все, 1-1. Идем дальше. Шахматную награду получают лучшие шахматисты мира. Грэмми, Золотой глобус, Кубок Дэвиса, Оскар. Ну, методом выброса лишних наград, я так понимаю, что все-таки Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса. Да. О, Оскар? Офигеть! Это ответочка от меня. Ну, это было право на ошибку. То есть, это было право на ошибку. Мы с вами продолжаем. Ну, теперь, пожалуйста, предельно внимательно. Помните, да? То есть, у вас остался звонок другу и убрать два неправильных ответа. Идем дальше. Как называют... Но тут я готов вас опечалить. Счет-то ваш тоже обрылся. Да я уже догадалась. Как называют запись в Твиттере? Тост, твит, свист, глюк. Можно вот так вот рукой? Я силач, я в руку поломаю. Итак, идем дальше. Как в народе прозвали вас 2101? Да, я пожалуй, театр. Центик, рублик, копейка, дочь марка.
Ну, какую часто вы слышали? Копейка. Копейка? Ну, да, это лучше. Ты в машинах разбираешься? В копейках? Ты как бы красная. Единственное, что могу сказать. В красных машинах вы разбираетесь, да? Ну, в цвете точно. Хорошо. Как звали собаку из мультфильма «Простоквашино»? Барбос, Шарик, Бобик, Буба. Шарик, прибыл? Yes. Значит, Шарик. Пока он на зеленом становится, прям страшно. Вдруг тупнет. Так, идем дальше. Как называют комика, который выступает перед живой аудиторией? Шут, рэпер, стендапер, стендапер. Стендапер? Это правильный ответ. Смотрите, вот перезагрузились, да, то есть и уже быстренько 400 рублей на баланс ты накинули. Да. Ехать нам осталось совсем чуть-чуть, так что торопитесь. Какую из этих букв русского алфавита называют оборотной? Я, Ы, И, Э. Ух ты ж, я прямо театр. У нас есть возможность собрать два неправильных ответа или позвонить другу. Это то, что осталось из подсказок у вас на данный момент. -2. Итак, мы пользуемся и убираем два неправильных ответа. Я А вопрос еще раз давайте повторим. Какая из букв русского алфавита называется оборотной? Зараза. Это было бы просто. Ну, увы, ах. Ничего страшного. Ничего страшного. Мы с вами уже почти приехали. Увы и ах. Вы не выиграли кучу денег. Жаль. Хотя. А так хотелось. Пацан шел к победе. Как там эта фраза, да? Да, парень шел к успеху. Парень шел к успеху, да. В данном случае девушка ехала к победе. Ничего страшного, мы с вами уже практически приехали. Сейчас буквально я вас высажу, если нас пропустят. Да, ну, именно на дороге это сделал. Когда не сдавала экзамен, там прям выкидывали. Где встала, там встала. Вот так вот. Было грустно. Но все-таки вы же попали сегодня в новогоднюю программу. И поэтому от коллектива «Такси удачи» вас поздравляем с наступающим Новым годом и дарим вам вот эти просроченные конфетки. Вот это вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Очень приятно. Всего доброго. Спасибо большое. Ну что, поздравляю вас, мы поймали удачу. Приятно осознавать, что вы пользуетесь разными такси в нашем городе. Сегодня это такси удачи. Итак, мы едем с вами с пункта А в пункт Б. Я так понимаю, мы куда-то в сторону Лермонтова, да? Да, Лермонтова 29. Это не секретный адрес? Это магазин. Итак, сегодня мы с вами снимаем новогодний выпуск. И поздравляю с наступающим Новым годом. Все просто, у вас есть право. Поздравляем. Спасибо. Подарок приготовили? Я приготовил, а вы? Итак, у вас есть право на ошибку, один раз можете ошибиться. У вас есть возможность собрать два неправильных ответа. У вас есть возможность позвонить другу. И так как вы сегодня поймали удачу, у вас есть помощь от коллектива «Такси удачи». Все понятно? Да. Все понятно. Итак, вы читаете вслух вопрос, четыре варианта ответа. А я, как всегда, руль. Угу. Поехали. Как еще называют неудачника? Лузер, хейтер, лазер, ламер. Вот сегодня по итогам нашей с вами поездки мы узнаем, как его называют. Так, ну его называют лузер. Вопрос специально для пользователей Инстаграма. Идем дальше. Какое выражение является синонимом призыва увеличить скорость? Залей керосина, одолжи дров, купи бензоколонку, давай газ. Так, ну это уже посложнее, смотри. Да. Точно не купи бензоколонку, это я вообще первый раз слышу. Я подсказываю. Ага, давай газ, понятно. Это была подсказка новогодняя от меня. Спасибо. Кстати, я тоже, я сомневался между первым и четвертым. Всякое так, может продолжаем. Быть. Да, на каком будет. Транспорте в середине 20 века пассажиры ездили на подножках? Ракета, такси, трамвай, самолет. Стой. У нас был такой случай. Я тоже так пошутил, она ответила и проиграла. Я так расстроился. Так, Тём. Смотри, вопрос, наверное, тут надо больше ориентироваться на
подсказочка, середина 20 века. Да, пассажиры. Это 50-й год. Где-то так. Может, какой-нибудь трамвай? Какой-нибудь. Самолет вряд ли, как и ракеты, я думаю. Ну, смотри, да. Либо такси тоже вряд ли, ракета это... Ну, в общем, я за трамвай, не знаю, как ты. Путешествовать на ракете. Да, мне кажется, давай трамвай выберем. Такси, да, трамвай. Не то, что вы согласны. Я знал, что это правильно. А я же вам забыл самое интересное сказать. Мы с вами ответили уже на 4 вопроса, на 3 вопроса. Да, это четвертый. То есть я вообще забыл, я же сегодня дедушка Мороз, За каждый правильный ответ вы получаете 100 рублей. Ничего себе. На баланс в программе, в приложении «Такси удачи», которое вы можете потом воспользоваться в плане поездок. Итак. Так, продолжаем. Смотрите, а ехать... А сколько уже это четвертый вопрос. Это четвертый. Да. Но я к тому, что давайте больше, чем больше вопросов, тем больше денег. Ну, сейчас это пока легкие были, сейчас сложнее. На каком дорожном знаке нет фигурок людей? Скользкая дорога, дорожные работы, дети, жилая зона. Жилая зона есть, дети есть, знаешь, дорожные работы есть, скользкая дорога. Скользкая дорога, там не человечек? Нет. Нет, нет. Дорожные работы, там человек работает, там с лопатой. Дети там они бегут, а вот жилая зона, там не просто дом нарисован. Нет, там и дом, и дети нарисованы с мечом. Там 20... Вы в автошколе учились? Да, училась. Право получили? Да, скользкая дорога, мы выбираем. Отвечайте, это плюс 100 рублей. Молодец, но я вот сомневался. 400 рублей на балансе. Так, как называют края бильярдные лузы? Губы, уши, глаза, щеки. Я не знаю вообще. Так, ну, наверное, уже мне нужно. Да, давай. Смотри. Не нужно думать так. Потихонечку одеялко на себя перетянул. Нет, ну, ребят, вообще-то не забывайте, подсказки есть. Помощь от коллектива, убрать два неправильного. То есть, ну, прям пользуйтесь. А может быть, себе ехать. Ты знаешь? Я играл недавно. Так, и как это называется? Края. Возьмите помощь от коллектива и быстрее ответите. Да? Помощь берем? Давайте берем два неправильных. Ну, сейчас будет какие-нибудь щеки и губы. Давайте, наверное, да, может быть, помощь от коллектива? Да, давайте. Давайте воспользуемся помощью коллектива «Такси удачи». И мы передаем этот вопрос коллективу. Они спорят, дискутируют, рассуждают. И большая часть коллектива оказалась заядлыми бильярдистами. Господи. Русский язык перекину. И считает, что это вариант А. Вы праве согласиться или не согласиться? Ну, 86%. Не соглашаемся? Да, согласимся. Ну, давай. Я не знал, что... Да, я тоже не знала. Спасибо большое. Не может было там методы, да, логики. Вот мудро, вот заметьте, мудро. Спасибо большое, коллектив «Такси удачи». Да. Спасибо большое. Да. Из какого материала в Древнем Риме изготавливали трубы водопровода? Из свинца, из олова, из стали, из бронзы. Ну, я вот знаю ответ на этот вопрос. Можно позвонить кому-нибудь? Так. Можно убрать два неправильно? Сейчас подумаем. Свинец вряд ли, сталь вряд ли, олово или бронза, я думаю. Право на ошибки на последнем вопросе не работает. Да, а давайте почти... тогда право на ошибку. Нет, ну тогда, если право на ошибку не работает на последнем вопросе, а мы уже почти приехали, я так понимаю, вот это или дальше? Нет, дальше, до магазина. Да. Ага. А, может быть, мы позвоним... Кому? Ну вот у тебя же подруга, историк, знает. Нет, не учу. Смотрите, я не историк и то знаю ответ на этот вопрос, хотя это очень часто освещалось и в новостях, и это как исторический факт. Давайте уберем два неправильных. Давайте. Итак, мы убираем два неправильных. Я так понимаю, что... Я думаю, что из свинца. Почему из свинца? Трубы. Вот вы задумали. Я прям подсказываю. Мне прям хочется вам подсказать. Вот смотрите. Это когда? Рим. Да. Температура плавления бронзы и температура плавления свинца. Ты знаешь? Мы не проехали еще? Мы чуть-чуть проехали. А, да? Да, мы немножко... Ну, да, все, да. Ну, температура бронзы меньше температуры плавления свинца. Позвоните кому-нибудь, у вас два вы это позвоните. Это последний вопрос. Ну. Ты звони. Ну, давай. Итак, мы пользуемся крайней подсказкой, звонок другу. Так.
Вы прям меня удивляете. Так, громкая связь, 5 минут позора. Да, 5 минут позора. Реально, я забыл. Ну, я не... Сейчас, знаете как, вроде этот, а оказывается другой вариант. Хаяля, ты здесь? Этот вопросик подоспел. Слушаешь? Из какого материала в Древнем Риме изготавливали трубы водопровода? Из свинца или из бронзы? Из какого материала в Древнем Риме изготавливали трубы водопровода? Из свинца или из бронзы? В Древнем Риме трубы водопровода. Из свинца или из бронзы? Она что, в гугле там гуглит, что ли? Вы гуглите? Это нечестно. Так нечестно. Да ладно, энциклопедию России, да? Так, давайте, из свинца или из бронзы? Раз, два. Да быстрее. Все, пока. Мы ничего не поняли. Ладно, я предлагаю сыграть на камень-ножницы-бумага. Ну ага, и опять мы проиграем, как в прошлый раз. А как было в прошлый раз? Скажите, как было в прошлый раз? В прошлый раз я проиграла. Так, ну давай, ты за что? Давай, я за... За что? Давай быстрее. Давай, я за свинец. Мудрое решение. Давай. Это за что? Я за бронзу. Ну ладно, давай. Давай, первые ножницы? Да. Суефа. Суефа. Так, я побеждаю. Нажимаю из свинца. И что же? Да! Мы победили. Я же подсказывал, как мы. И понимаете, если бы я сказал самую главную подсказку, что на тот период очень много было отравления металлами, угу, да, то есть, а это свинец. Вода текла по свинцовым трубам из, ну, обогащала свинцом, и тогда люди в Риме, ну, вот, погибали прямо от этих болезней. Я вот немножко по-другому думал. Я вот думал с точки зрения экономики, вот что лучше, из чего производить. Итак, вы ответили на 6 вопросов. Вы только что поклали себе на баланс 600 рублей. Я вас поздравляю. Спасибо. Но это еще не все. Супер игра. Один вопрос, минута на размышление и никаких подсказок. Угу. Вы ничего не теряете, вы уже победили. Угу. Да, нет? Мы ничего не теряем. Мы уже победили. Да, давайте. Пробуем. Сейчас я найду, достану супер вопросы. Нужно правило дорожного движения. Ну, давайте, мы готовы тогда. Подарков много. Подарки очень хорошие. Спонсоры постарались. Выбирайте. Че, я? Один конверт. Давай. Так, вы хороший. Дайте, тянет она просто. Хотите узнать, что вы выпили? Да. Если вдруг правильно ответить... Конверт. Да, в конверте конверт с подарком. А это... Это консультация стоимостью 5000 рублей от юридической компании. Вы можете воспользоваться их. Да, юридическая компания Питер, вы можете воспользоваться их консультацией. Итак, вопрос. Вы это сделаете в том случае, если правильно ответите на вопрос. Я вам даю вопрос, вы читаете вопрос, 4 варианта ответа, и у вас минута размышления, максимум вы можете дискутировать друг с другом. Угу. Поехали. Какой древнегреческий философ жил в бочке? Сократ, Диоген, Аристотель. Как раз то, что нужно. Самый сложный вопрос. Ты знаешь? Смотри, древнегреческий. Да, у нас минута. Да нет, 45 секунд. Уже меньше. Плебий, нет, Диоген. Возможно, Сократ, Аристотель. Ну, знаешь, как надо вот такое звучащее какое-то вот имя. Давай. Ну, вот известное. Давай, ты отвечаешь, я вообще не знаю. Я не помню. Mm-hmm. Ну, знаю. Ну, давай, мы все равно ничего не теряем. Сократ или Диоген. Кстати, нет. Давайте, Сократ. Да, я тоже думала. Сократ, да.
Второй. Вы хорошо подумали? Ну, как подумали? Нет, ну как? Лучше уже не подумать. Лучше явно не будет. Ну, подумайте еще хорошо. То есть пока я достаю ответ из бумажки с ответом. Может быть, картинка. Смотри картинку. Я не знаю, кто это. Собаки, кто это? Себе. Сейчас я посмотрю. Кто это? Собаки за тебя смотрят на него. Я не знаю. Я знаю ответ. Итак, подумайте хорошо и... Все, вот прям последний шанс вам даю. Я не знаю, правда. Я история. Это разные понятия. Ну, подумайте. Давай, ну, давай, любой отвечай. Какой вам нравится? Ну, давай, да вот Сократа выбрали. Точно? Точно? Или не точно. Ну, плебей... Плебей. Исключили плебей. Да, плебей точно исключаем. Сократ тоже исключаем. Ой, да? Что же такое? Боже, у нас осталось двое. Аристотель, ну, какое-то такое известное имя. Мне кажется, не может же философ жить в бочке. Вот прям Аристотель, он так как-то чем-то другим прославился, мне кажется. Диоген. Это вообще кто, да? Внимание, вопрос, да? Кто это такой? Ладно, все. Вы уже и так... Я помогал как мог, выбирайте. Давай, так. Диоген. Ну? Давай Аристотель. Давай, что-нибудь, все равно ничего не теряем, да? А год кого у нас будет следующий? Год кого? Год тигра? Тигра. Все, итак, выбирайте. Диоген. Ну смотри, так, ладно. Давай. Нет, нет. Нет, нет, нет такой, Ирина. Давай Диоген. Ну да, давай, давай, ладно. Да все равно ничего не теряем. Ну все равно, хорошо, Диоген. Вот она там, бумажка. Я ее видел, они не видели. И это цифра 3. Да ну. Вот это да. Вымучили. Да. Вот давайте честно, вымучили. Но это новогодние выпуски, и поэтому этот сертификат от юридической компании Питерон ваш. В любое время вы можете позвонить по телефону, договориться о встрече, провести консультацию, и вы, соответственно, ее получите. Поздравляю. Спасибо. Но это еще не все. Сегодня у нас есть просроченные конфеты. Я просрочил. От такси удачи. Вот так замечательно новогодняя тут все. Та шапочка. Это ваше. Спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо большое, что были с нами. Все. Все. Да. Идите. И не просто идите, а идите. Здравствуйте. Куда желаем? Сивита. Да. 68-я общага. Прекрасно. Ага. Пристегну. Давай. Во-первых, я рад вас приветствовать. Меня зовут Владимир. Ага. Вас? Дмитрий. Очень приятно. Пожмем друг другу. Дмитрий, мы попали в автомобиль, в котором вы можете приехать бесплатно. Ага. Я вас всей души поздравляю. Но сегодня мы снимаем предновогодние программы. Ага. Да, или новогодние, как хотите. Поэтому сегодня вас ждет не только возможность выиграть бесплатную проездку, но и выиграть много-много денег. Да. И ценных призов. Прекрасно. Но, чтобы все у вас получилось... Для Вова. Ну, давайте создадим праздничное настроение. Она чистая, бэушная. Нет, конечно. Вот так вот. Дмитрий, все просто. Мы с вами едем. Вы отвечаете на вопросы. У вас есть право на ошибку. Вы можете один раз ошибиться. Вы можете брать два неправильных ответа. Вы можете воспользоваться подсказкой. Звонок другу. Ну, позвонят кому-нибудь. И сегодня вы поймали удачу. У вас есть возможность воспользоваться помощью от коллектива такси удачи. Вы читаете вопрос и четыре варианта ответа. И вы же нажимаете. А я за рулем. Читайте. А, это уже вопрос? Да, да, первый вопрос, так, можете его прочитать. Радиационно подсвечивает площадка «Морщик Парижа». Варианты какие? Давайте перечистим обязательно. Эспланада Лувра, Эйфелева башня, Гурнус. Так. Площадка «Морщик Парижа». Эйфелева башня. Вот. Логично. Да, выбирайте. Да, нажимайте. Правильно. Наверное, как вам? Это было. Помните, я говорил про деньги? Ага. Так вот, за каждый правильный ответ вы получаете, у вас есть возможность выиграть 100 рублей, ага, которые упадут вам на счет, и вы можете на эти деньги потом воспользоваться услугами такси удачи. Итак, 100 рублей у вас уже почти в кармане. Да. Идем дальше. Так, какой врач ходит пациентам на космосу, зарядом. А варианты какие? Ортопед, логопед, анестезиолог, допустим. Так, это анестезиолог.
Вы так уверенно ответили, как будто медиком работаете. Да, нет. Так, следующий вопрос. Как называть самый маленький палец? Мизинец, указатель, пятнадцатый. Ну, тут, конечно. Чуть громче читайте, но я же за рулем. Следующий вопрос. Так, что передвигает игроки в дорфинг? Горы, камни, крепкие скалы. Камни, конечно. А, камни. Это вот эти вот штучки называются камни, да? Да, ну. А как? Да, это правильно, идем какая дальше. Какая страна отправляет Боинг в первый полет? Франция, Италия, США, Германия. Америкосы. Это Америк Боинг. Да. А, то есть Боинг это американская, а Airbus? Airbus. Это Европа, там да. Франция и да. Несколько стран сразу. Следующий вопрос. Что означает номер огонь для швейной машины? Толщину, металл, длину. Длину производителя. Толщину? Я так думаю. У вас есть правильный ошибка. Mm-hmm. Это был правильный ответ. Mm-hmm. Смотрите, помните, у нас есть подсказки. Ими, mm-hmm. Если у вас есть какие-то сомнения, вы можете ими пользоваться. Понял, вы уже понял. 600 рублей себе набрали за год уже. Почти. Oh. Нам главное доехать правильно. Да. Поехали быстрее. Ну же, как я могу лишить себя удовольствия ехать в компании с таким человеком? Как называется самая глубокая точка поверхности Земли? Вершина Аида, глубина 3С, бездна Челленджера, точка Кейра. Так. Подсказки есть, пользуйтесь. Самое глубокое. Без челленджера. Уверенно, да? Ну, не. А почему вы выбрали именно этот ответ? Как-то так. Идем дальше. Да он болеет, танцует вальс. Ну ладно. Опечатка? Какой вы внимательный? Болеет, танцует вальс. Ну, щелкунчик, золушка, блядь. А вот это я-то знаю, но не помню, блин. Право на ошибку можно? А, право на ошибку сработает в любом случае, если вы ответите. Но кроме последнего вопроса. Каком болеет танцевать цветов? У нас есть подсказка. Помощь коллективу и брать два неправильных. Еще можно позвонить. Два неправильных. Убираем два неправильных. А. То есть не будем помощь коллективу брать. То есть вы знаете, но забыли. Щелкунчик. Ну, тот щелкунчик, конечно. А вдруг Золушка? Может быть. Слушайте, повезло. Вы в какой сфере работаете? Вы такой эрудированный? То, что я. Так, почему замуж, согласно Борису Маккотвена, Бог создал Италию? А вот здесь, кстати, Микеланджело, да Винчи, Данте, Рафаэля. Так, Борису Маккотвена, конечно, надо сказать. Все-таки Микеланджело. Все-таки. Да. Это правильно. Угу. Все. Слушайте, ну вы молодец. Спасибо. Нет, ну честно, вот без... Кто из героев Ветхого Завета родился в Вифлееме? Ага, Авель, Давид, Моисей, Соломон. Кто из героев? Вот пощадка 2 убрать, да? Ну, давайте воспользуемся подсказкой от коллектива. Воспользуемся. Итак. Да. Простой вопрос поставил у нас в легкий тупик. Да и мы переадресуем этот вопрос коллективу такси удачи. Коллектив удачи тусуется там, думает, обсуждает, спорит, дискутирует. И большая часть считает, что это вариант Б. Вы вправе принять их вариант. Я согласен. Вы согласны? Да. Какой умный коллектив. Надо сказать спасибо коллективу за подсказку. У нас осталось с вами право на ошибку еще пока и звонок другу. Какую форму имели наградные медали вторых летних олимпийских игр? Чуть громче. Какую форму имели наградные медали вторых летних олимпийских игр? Кстати, они были прямоугольные. Откуда вы все это знаете? Да вот что-то везет. Методом тыка. Да вы уже натыкали на 1200, на 1100 уже. Да, не торопимся. Смотрите, сначала говорит, давайте побыстрее говорит, поедем, да? Какой американец изобрел молниеотвод и печку-буржуйку? Вашингтон, Адамс, Франк. Так, а по-моему, этот их не в Вашингтон должен, это супер изобретатель, по-моему.
Ну, ничего страшного. Ничего страшного, это было право на ошибку. Нам осталось еще чуть-чуть. Но хочу заметить, что таки мы обдулились с вами. Сейчас можете быстро отвечать. Как еще называют этот пирог на основе яичной заливки песочного теста родом из Франции? Так, кулич, кекс, киш, кукиш. Не знаю, пусть будет кекс. Да. Все. Все. Но бывает, мы пытались. Бывает. Как в общем? Ну, нормально. Заметили, как бывает, быстро с вами проехали? Да, точно. Тише. Торопитесь. Ничего страшного. В любом случае, вы поймали сегодня свою удачу. Да, не в любом случае, вы получите по окончанию поездки ценные подарки от такси удачи. Потому что такси удача с благодарностью относится к своим пассажирам. Ваш заказ завершен. Стоимость поездки составила 110 рублей. Не забывайте личные вещи. Вы уже побежали. А подарок? В любом случае. А 10 рублей. Да, ну это святое. Да. В любом случае, от коллектива такси удачи это вам. С наступающим Новым годом. Спасибо. Не забудьте ваши инструменты. Да. Всего доброго вам. Спасибо большое.